Всем привет! Вы на канале Босс Интерьер Юна. Сегодня у нас вот такое спокойное видео. Мы просто валяемся. Просто лежим. На солнышке отдыхаем. Мы уже нагуляли. Сегодня прошли 11 километров. И Юнке очень понравилось. Были на новых местах. А сейчас решили поваляться на солнышке. Моя собака. Вот такая вот милаха у нас. Лежит, наплавала сегодня. Зубки какие у нее. Ну-ка. Ну-ка, покажешь наверху зубки свои. Моё, ты куколка. Могу рассказать, чего мы такое заметили. У Юнки часто бывала изжога. И мы ей против изжоги давали такую специальную, ну такая смесь специально сыпали на ее корм. И изжога у нее переставала. Но ей этот корм, ой, этот вот эта сыпучка ей не нравилась. Никак не нравилась. Она и видно было, что она и не так сильно на это кушать хочет, хотя она кушать хочет всегда у нас. Всегда голодная. Аппетит у нее хороший. И потом, когда у нее, когда мы вот этот вот прошли вот этот курс лечения, вот так вот курс лечения прошли, изжога закончилась, и мы заметили, что она стала медленно кушать и жевать. И жевать, и аккуратно кушает, короче, не хапает вот так вот все за минуту, хам-хам-хам-хам, как она, мы засекали, она правда, да даже вот она за минуту все сметала, все, у нее все чисто было. А сейчас она начала спокойно кушать, начала хорошо жевать, и у нее изжога кончилась. Вот так было все просто. Я уже думала, что вдруг корм это как-то не стал подходить, но корм всегда хороший, у нас хороший корм. Я почему-то, ну не знаю, я уже думала, придется корм что ли менять или пробовать, но получилось вот так. Хорошо, что мы вот так вот наблюдали за Юнкой, и теперь правда знаем, что у нее изжога была только из-за того, что она вот так вот быстро все проглатывала. Вот так. Ну, век живи, век учись. Теперь мы будем знать. Но теперь она жует, и у нее нету изжоги, и она очень редко пукать стала. Я думаю, это все из-за этого. То, что она вот так вот стала нормально кушать. Всем хорошего настроения, хорошего дня. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ну, а мы говорим на этот раз. До скорых встреч. Пока.